из теплой Филадельфии отправляемся в Монреаль. Отправляемся вечером, должны быть там к утру. Я, Даша, Николь. У нас небольшое путешествие, 4-5 дней. Погнали смотреть, отдыхать, ну и, конечно же, работать. Еду вообще я помогать доке, а девочки со мной. Спешл чарджер, да. Все, девочки готовы? Итак, мама, итак, Никуся, понеслись. Спустя 5 часов 20 минут мы добрались до границы с Канадой. Кстати, очень быстро. До Монреаля отсюда остается еще минут 40. Итого наш трип составить должен в районе 6 часов. Две машины на границе. Ну и у нас 12:19, да. Welcome to Montreal! Какая-то интересная гостиница. Будем смотреть, что здесь. Гость привезли сюда сразу. Точный клуб рядышком. Думаю, будет весело. Все, девчонки заселяются. Утро доброе. 8:30 дока уже приехал. На улице холодно, буду собираться, спускаемся в ресторанчик и выезжаем. Девчонки еще спят. С Докой не соскучится. Дока уже 6:30. А ты где? Просыпайся. Блин. Ну, в общем, как-то так. Идем завтракать на работу, потому что как бы сегодня сделали интересную сделку. Один из вас перевел 120 тысяч на покупку машины. 113. Позавтракать? Нет, Дока не знает такого слова. Говорит, побежали. И я на лендровере понеслись. Прямо на площади. Вот где-то здесь мы. Кстати, прикольное место. Реально прикольное. И вот такая гостиница. И вот сверху наш пентхаус. Кто здесь? Смотри, где мы. Вот там, на самом верху. Сразу как бы контейнер. Контейнер у нас. Погрузка. Да я не думаю, что две тачки. А у нас Life Load или Alvastite? Life. Ну, вот и наш контейнер. Запарковались. Берем веревки и будем завязывать. Да-да, мы вместе с Докой все это вяжем и с Тагом. Вот как-то так. Здесь все завязали ремнями. Везде пятаки. И сейчас с той стороны. Все. Все по красоте. Ну и третья техника, которая у нас будет сейчас становиться, это вот этот снегоход. Сейчас погружаем. Только вчера его привезли. Документы есть. Сразу забрасываем и поплыли в Грузию. Ну, занимает место, как машина. Иди, сколотись. Его надо поднимать. Закончили погрузку. Куда мы едем, док, сейчас? Покушать, зарядиться энергией, а дальше за снегоходом? Дальше за снегоходом. На дилерство BRP и забираем скандик очередной. Точнее, не скандик, а экспедишн. И еще 6 техник. Как-то так. У нас пятница. Хорошо, что на пикапе приехали, да, ребят? Согласитесь. Сразу забрали, и вот сегодня будет денечек у нас повозить.
Хотя уже времени осталось немного, потому что ребята открыты до 4 часов. Поэтому я думаю, что сегодня что-то заберем, остальное будем в понедельник забирать. Вот как они приходят, ребят. Вот так вот они выглядят в разобранном состоянии. Но в разобранном состоянии дилера их не отдают. I'm sorry. К сожалению. Понятное дело, что было бы гораздо проще, если бы они отдавались именно вот так. Берешь, контейнер набиваешь и отправляешь. Фиксируем, чтобы не вылетел. Вот такими ремнями, да. Даже говорят не надо, но мы все равно это делаем. Да, то, что говорят не надо, но его нафиг. Останется где-нибудь на дороге. Разгрузили первый. Ну, наверное, на сегодня все. День подходит к концу. Запаковали посылку запчастей Валы в Америку. Пригнали гелик. На продажу будет в ближайшее время. Может быть, даже сделаем стрим завтра. Ну и собираемся к девчонкам своим и куда-то выходить. Вечер, и мы собираемся. Куда, Даш? Доки. К ребятам в гости. Поэтому погнали. Я думаю, будет всем весело. Познакомимся с Докиной мамой. Кстати, интересная такая идея для гостиницы. Смотрите, и телевизор. Конечно же, все новости. Трамп, Харрис. Есть такой камин, масса диванов. И прикольно, знаете, что у нас здесь? Бильярдный стол, американка, можно поиграть. Девчонки отдыхают, пока ждем, пока пригонит нам машина. Все-таки решили сыграть с Никусей. Да, Никус? Кто дал? Дока, открывай. Кто у нас тут пришел? Карапузы? А, добыча? Все, за стол пора садиться, да, Никус? Все, что-то грустное. Всем доброе утро, следующего дня. Пока Дока едет за нами, мы выбрались с семейством прогуляться здесь, как бы, ну, по старому городу. И начало нашей прогулки здесь. Прям возле гостиницы. Какая-то музыка. Вау. Тут можно остаться жить. Класс, да, так? Запарковались в старом городе, короче, запахи сумасшедшие. Вообще, Монреаль мне очень нравится в последнее время, особенно. Идем где-то перекусим, ждем доку и поехали на работу. Девчонки гулять с девчонками, а мы на работу. Засели в каком-то ресторанчике возле окошка с такими видами. Красота сумасшедшая. Ну что, давайте заказ кушать. В общем, такая у нас тут сегодня троица. Пока гоняем так. Не знаю, как у вас,
Но у меня вся суббота с грязными руками делали, убирали, стримили, загружали запчасти. Сейчас у нас начало 8-го, девчонки собраны, заказаны рестораны, а мы еще с Докой поднимаемся, только Дока к себе домой, я к себе, помыться, переодеться и продолжение банкета, суббота, Монреаль. Мы где-то здесь уже. Где-то, девчонки, где-то внутри сидят, а мы с Дока еще ищем. Это, кстати, тема 80-х. Все наши года, все фильмы, Супермен. Ну да, Рост, да, да, прикольно. Там. Рокки, да. Прикольная тема. Мадонна молодая еще. Короче, какой-то... О, две страны стоит. Ресторан в таком стиле. Для нас, для всех. Опа! Прикольно. Погнали! Йоу! Все. Курилка. Николь. А? Все. Поужинали и решили пройтись. Прикольное место, кстати, такое. Большие такие кресла. Ой, все убежали. Пойду догонять. Утро следующего дня, воскресенье. Запарковали автомобили и пошли гулять по Монреаль. Короче, ну реально Монреаль классный город, красивый, очень. Тикет. И у нас есть несколько часов. За сколько там? За $20. $20 канадских на данный момент это практически 1,5 поделиться и поймите, сколько это американских. Вообще круто жить в Канаде сейчас с американскими заработками. Всем приятного аппетита. Мы в том же ресторане, в котором были 2 года назад. После вкусного, конечно же, завтрака решили прогуляться и сделать массу фотографий, даже сделать массу видео. Я думаю, у нее в Инстаграме их будет масса. Поэтому, ну, как-то так. Воскресенье интересное здесь. Смотрите ресторан, в котором мы кушали. Смотрите, какой декорейшн. Хейтеры ресторана висят все в клетках. Нормальная практика. Девчонки остались в машине, а мы с Докой решили прогуляться. Просто холодно. Отдохнули неплохо, собираемся, погнали. Погнали в Америку, домой нам ехать. Кстати, увидим, сколько нам ехать, ребят. Потому что сюда мы приехали практически за 6 часов. А вот назад, сейчас увидим. О май гад, какие мощные корабли. Такой узкий проход. А, это каналы, смотри, там вон канал, видишь, опустили и корабль пошел. Да, большущий. Офигеть. USA, нам сюда. Границы заскочили буквально за минут, наверное, 30 вообще, да, согласен? Ну все, небольшая очередь, кстати, сегодня.